Одессовский тракт вот здесь начинается. Это мы уехали на проспект Независимости. С правой стороны здесь кладбище. Недострой, вот это Газпром строил себе офис здесь, недострой стоит, и до сих пор так и недостроил. А на этом месте был автовокзал, автовокзал Московский, по-моему. Метро Московская, и вот с правой стороны здесь здание этого Беларусьфильма. Беларусьфильм здесь находится, и метро, соответственно, прямо за метро Московская. Это парк Челюскинцев, Ботанический сад, детская железная дорога. С правой стороны это вот это здание университета аграрного. Справа вот это детская железная дорога, Ботанический сад. Вот, железная дорога вот эта детская, в сезон она работает. И катается возле Ботанического, там круги нарезают. Справа часами это луч, завод часовой, вот эта башня. Летом сам сделали. Такая площадка, типа кухня всякая, там можно попробовать еду. Такая стрит-фуд. Вот это вход в парк Челюскинцев, он же Ботанический сад. У кого впереди, где МАЗ находится, там вход.
подъезд метро парк Челюскинцев. Независимости 5 площадей находятся. Это площадь Независимости, Октябрьская, площадь Победы,
площадь Акбуколоса, еще одна. Угадайте, какая. Вот Сбербанк появился. То есть этот недострой был, гостиница должен быть. Сейчас я не знаю, наверное, офис. Или тоже гостиницу сделали Сбербанка. Ботанический сад также с левой стороны. Река. Реку Свислач. Сейчас вот мост будет, через нее будем проезжать. Как раз гостиница на другой стороне реки находится, ботанический сад на другой, противоположный. Сразу за офисами этими гостиницей цирк находится. Парк, с правой стороны парк на Янке Купалы. Там же музей его находится. Войны здесь, на этом берегу, деревянные дома стояли. Очень много. Во время войны все сгорело. Второй мировой. Цирк у нас державный. Сейчас тоже подъезжаем площадь к Октябрьской. Мол открылся здесь, оказывается. Железнодорожный вокзал. Железка. Съезжаем, вот эта часть тоже. Другая часть Минска за мостом. Все. На этом мы тут и закончим нашу поездочку. Всего хорошего. Подписывайтесь, не забывайте, что интересного.